Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые зрители нашей сегодняшней лекции. Мы продолжаем серию лекций в рамках фестиваля «История Малой Родины. История Отечества». Напомню, что в течение декабря у нас пройдет 43 лекции от победителей Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. И сегодня мы отправляемся в Ростовскую область, к Елене Викторовне Поповой, учителю обществознания и истории, руководителю школьного музея средней общеобразовательной школы номер 4, заслуженному учителю России. Елена Викторовна, здравствуйте! Очень рада нашей сегодняшней встрече и уверена, что наш сегодняшний методический лекторий пройдет очень интересно, поэтому с удовольствием передаю вам слово, чтобы не задерживать начало нашей беседы. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я, как уже мне представили, учитель истории. Руковожу школьным музеем уже 40 лет. И могу с уверенностью сказать, что наша школа – это школа музейной педагогики. Но я хотела бы свою лекцию сопроводить демонстрацией презентации. И на фоне этой презентации я буду рассказывать о самых интересных находках в своей работе. Итак, не получается у меня что-то оставить. Вот сама музейная педагогика, зачем вообще она нужна в школе? Подождите, пожалуйста, Елена Викторовна, у вас еще не показывают презентацию, не видно. Можно продолжать? Наш школьный музей вообще является одним из лучших школьных музеев в России. Об этом говорят многочисленные наши награды, почетные знаки за активную работу по патриотическому воспитанию. А в этом году наш музей стал победителем Ростовской области как лучший школьный музей, занял второе место на всероссийском этапе конкурса. Это благодаря тому, что вот именно музейная педагогика – это именно наше все. Наш музей существует с 50-х годов. У меня не идет презентация.
В музее, в нашем школьном музее более 4000 подлинных экспонатов. Это вообще хранятся такие уникальные экспонаты, которых нет даже в государственных музеях. Вот, например, хлеб блокадного Ленинграда, первый номер газеты «Искра», фронтовые письма ветеранов и очень-очень много всего другого. За полвека существования своей работы мы создали четкий алгоритм. В начале года директорам издается приказ по всей школе об организации работы школьного музея. Определяется совет содействия музею, определяются зоны влияния, это улицы микрорайона распределяются по классам. И в своих зонах влияния дети работают, следят за всеми, кому нужна помощь. Это ветераны, инвалиды, одинокие люди. А в конце года проводится школьная краеведческая конференция, на которой экспедиционные отряды отчитываются о своей работе. У нас сложилась уже система отслеживания детей, склонных к исследовательской работе. Начиная с начальной школы, стала традицией проводить публичную защиту ученических проектов по окружающему миру. В среднем звене дети пишут свою родословную, а ученики старших классов уже представляют сложные, интересные проекты. Мы имеем более 30 лауреатов и дипломантов всероссийских конкурсов. В 2000 году мы создали виртуальный музей, начали переводить все архивы музея в электронный вариант. Ребята разрабатывают виртуальные экскурсии по музею, и, как показала практика, это очень удобно и эффективно. Уже созданы разделы виртуального музея по истории Койсуга, по истории школы, Бессмертный полк, Галерея славы школы. 2 года подряд наш виртуальный музей занимал первое место в Москве на Всероссийской конференции Отечества. Музей оснащен современным оборудованием, что позволило выйти на совершенно новый научный уровень работы. Мы имеем возможность проводить дистанционное взаимодействие с другими школьными музеями и города Батайска, проводить телемосты, совместные заседания общественных объединений. Несколько раз проводили виртуальные обзорные тематические экскурсии и круглые столы с краеведами других школ области. А сейчас осваиваем сетевое взаимодействие по созданию совместных проектов. Ну, а одной из задач является оказание консультативной методической помощи учащимся, учителям, извините, подготовки к учебным занятиям и внеклассным мероприятиям. Особенностью нашего микрорайона является то, что в семейном укладе сильны старые традиции, оставленные нашими предками. И всегда, везде красной нитью проходит живая связь поколений. Каждый ученик школы, каждый житель микрорайона воспринимает музей как частичку истории своей семьи. Потому что музей создавался всем миром. Вот именно поэтому ему удалось выжить в сложные перестроечные годы. Он служит своеобразным катализатором традиций, сохраняет, приумножает их. И, как мне кажется, вот именно в этом и заключается смысл выражения «музей – центр гражданского и патриотического воспитания нашего микрорайона». Самые интересные формы работы – музейные уроки, тематические, воспитательные, встречи с интересными людьми, совместные онлайн-встречи с поисковиками школ города и области, виртуальные экскурсии, создание книг памяти, работа в соцсетях. Особенно хотела бы поделиться вот такой наработкой. За многие годы работы наши ученики написали огромное количество исследовательских проектов. И мною был составлен авторский курс по краеведению «История Батайска и Койсуга». Этот курс учебный рассчитан на факультативный вариант преподавания. Ценностью данного курса является как раз тот факт, что все темы занятий разработаны самими учащимися. Курс составлен из работ, которые были отмечены на областных и всероссийских краеведческих конференциях. Количество занятий постоянно увеличивается, так как появляются новые исследования, тематика расширяется. А учителю предоставляется уникальная возможность составлять тематическое планирование индивидуально для каждого класса, исходя из пожеланий учащихся родителей.
Всего сейчас в базе находится более 60 тем занятий. И в представленной системе отчетливо прослеживается преемственность поколений учащихся, занимающихся поисково-исследовательской работой. Одно из самых главных направлений нашей работы – это поиск сведений о судьбах земляков в годы Великой Отечественной войны. Первое – восстановление воинских захоронений на территории Койсуга. Вот мы восстановили, разыскали родственников, и до сих пор поиск продолжается. Братское захоронение на кладбище в Койсуге. Идет работа по восстановлению братской могилы возле школы. Проведена акция «Вернем бюст героя». И буквально вот в октябре месяце был открыт бюст, посвященный дважды герою Советского Союза Ахмед Хан Султану. Не прекращается работа по формированию новых подразделений бессмертного полка, чтобы потом к Дню Победы уже с расширенным составом участвовать в шествии героев Победы. Но за такой короткий срок очень сложно рассказать о всех направлениях работы, что мы делаем. Мы четко понимаем свои цели. Да, мы делаем много, но еще больше нам предстоит сделать, чтобы наши дети, ученики, наша молодежь по-настоящему гордились своей родиной. Вот те динамические процессы, которые происходят в нашей стране, они требуют нового подхода к гражданскому, нравственному воспитанию учащихся. Вот решению этих задач и подчинена работа школьного музея. Об основном я вам рассказала. Сейчас предлагаю досмотреть презентацию, а потом, если у кого-то будут вопросы, с удовольствием на них отмечу. Это вот открытие обелиска. Присутствуют родственники героев, ветеранов, которые похоронены у нас были в братской могиле. Мы взяли шефство над ними, над этими захоронениями. И это очень стимулирует детей. Недавно было возложение, мы отмечали День неизвестного солдата, и по традиции старшеклассники с цветами возлагали цветы к этому воинскому захоронению. Очень много документов вот с архивами мы работаем. У нас есть уже настоящие специалисты, которые очень хорошо освоили вот эти технологии на сайтах «Память народа», «Мемориал». У нас есть краеведческий портал города Батайска, где мы продолжаем работу с ветеранами. Это была непогода, и сразу же был десант, наводили порядок, восстановили все. А это вот открытие бюста Ахмед Хан Султану. Сейчас он находится вот прямо у нас на территории школы. Ну, презентация моя окончена. Я останавливаю демонстрацию. Да, спасибо большое, Елена Викторовна. Видно по фотографиям, по презентации, как много работы проводится. И, наверное, хотелось бы о ней немножко подробнее как раз поговорить. На одном из последних слайдов было указано, что вашими силами была найдена информация о 21 солдате, похороненном в братской могиле. Подскажите, пожалуйста, вот я понимаю, что работа эта достаточно непростая. Как она проводится вместе с учениками, какой вклад в нее вносят именно сами ребята-школьники? Ну, конечно, самим ребятам было бы сложно этим заниматься, тем более, что это не один год мы этим занимаемся. И наши специалисты, которые вот 10 класс, 11, они уходят со школы, да, и потом
как бы пытаются нам оказать консультативную такую помощь, но это очень сложно. Нам помогают и профессиональные краеведы, вот батайчане, которые занимаются этим профессионально. Я очень рада, что вот у меня есть актив несколько человек, детей, старшеклассников, которые вот им это нравится, они работают с архивами, если им нравится, вернее, им удалось найти какого-то сведения о каком-то земляке, это просто вся школа радуется. Вот буквально у нас была работа, значит, о советских военнопленных, наши земляки без вести пропавшие. И мы разыскали одного нашего земляка, очень, ну, человека, которого все знают, интересного. У них семья крахмальных, вся семья погибла в годы войны, и вот он пропал без вести. И вот удалось разыскать, где он захоронен, на каком кладбище в Польше, сфотографировали это место, списались с тем музеем, с тем комплексом. То есть работа, вы знаете, когда дает результат такой-то, это вообще объединяет детей и роются, копают и защищают проект. И у нас никогда нет проблем с тем, чтобы какую-то тему выставить на конкурс. У нас очень много тем в разработках, просто их нужно доводить до конца. Работы еще очень-очень много. Да, ну это удивительно, и хотелось бы, наверное, опять поднять тему, о которой мы сегодня уже говорили в предыдущих лекциях. Все-таки не так просто сейчас увлечь школьников, особенно старшеклассников, потому что работы у них достаточно много, объем сейчас подготовки к экзаменам постоянно увеличивается, и все-таки это должен быть особенный интерес, особенное какое-то дело, ради которого они готовы выделить свое свободное время. Вот расскажите, как привлечь все-таки старшеклассников к такой работе, потому что мы понимаем, что именно старшие классы, ребята уже сформировавшиеся личности, с ними уже можно готовить особенные проекты, особенно серьезные. Вот, как я уже упомянула, у нас в школе вот система отслеживания детей существует, начиная с начальной школы. Там детки просто вот по окружающему миру что-то интересное пытаются выступать, у них уже вырабатывается такой опыт публичной защиты. Потом уже где-то вот в среднем звене, где-то с 8 класса, вот 8-9 класс у нас отлично идет защита родословия. Дети изучают свою родословную, причем очень глубоко копают. И это тоже заслушивать их, мы слушаем, оцениваем замечательно. И вот мы уже видим, кто к нам приходит, старшее звено. Да и детям самим, оно же сразу видно, если ребенку это интересно, он сам будет это делать. Если ребенку не интересно это, он как бы раз попробовал и как-то, ну, его не зацепило, он потихоньку уходит в сторону, и, может быть, ему физика с математикой больше нравится, это уже как бы, ну, немножко не мой контингент. А вот мой контингент — это те, которые вот им нравится история, искать, копать, и вот это мои помощники. Вот буквально сегодня мы проводили игру, которая у нас на конкурс идет в области музейная активити. И вот там вот ребята из актива нашего музея проводили конкурсы. Ну, до того интересно, сегодня суббота, с таким удовольствием. Просто вот мы живем этим, это наша жизнь, и детям это нравится, ну, не знаю. Это самое главное, да. И еще, наверное, один вопрос хотела бы задать по поводу все-таки вашего музея, музей особенный. Действительно, те экспонаты, о которых вы говорили, лично я не встречала в музеях, ну вот, стандартных таких государственных. Хотелось бы спросить, каким образом формируется фонд музея и вносит ли вклад в формирование фонда сами школьники, может быть, их родители, как это происходит у вас? Наш музей вообще создавался вот с 60-х годов.
постепенное было накопление материала. Нам удалось даже собрать вот видеотеку. У нас были тогда задания экспедиционные. И вот к 60-летию Победы вот мы поручили классам, распределили ветеранам, чтобы создали видеофильмы о своих ветеранах микрорайонов. И вы знаете, они поснимали их воспоминания. Сейчас этих ветеранов уже нет в живых. Но их воспоминания мы сейчас смотрим, слушаем их. Это ж, вот, понимаете, и сейчас идет оцифровка, а сейчас еще мы получили грант и хотим купить для музея вот эти вот новые оборудования, чтобы была голограмма, чтобы можно было как бы вживую с этими ветеранами общаться. То есть мы сейчас горим вот этой вот идеей. Что касается ценных экспонатов, собирали всем миром. Вот хлеб блокадного Ленинграда нам подарила наша учительница Гречухина Полина Александровна, которая участвовала в боях за освобождение Ленинграда. Да, и вот когда их собирали ветеранов, им дали всем по кусочку блокадного хлеба. И она подарила школе вот, и музею. И вот он у меня хранится. Все просто всегда вот в таком вот шоке, в том, что они видят вот этот хлеб блокадного Ленинграда. Он, конечно, уже сохранился, там он манюсенький такой кусочек. И вот на протяжении вот уже сколько, я уже руковожу 40 лет музеем, несут постоянно жители. Вы знаете, я сама уроженка вот Койсуга, когда иду на работу, меня жители останавливают и: «Викторовна, вот посмотрите, что мы нашли там. Откопали патроны, откопали там где-то обрезы». Уже военкомат наш Батайский говорит, что говорит, да где вы их берете? Потому что дети притаскивают, бывает, что и какое-то оружие, ну, оружие, и нам нужно с ним как-то разбираться. Так что весь микрорайон, вот наш Койсух, это Западный Батайск, гордится музеем, и все спрашивают, и все несут. Все, что есть у них дома, постоянно. У меня целый музейный комплекс, у нас большой выставочный зал, у нас есть мемориальный зал уже в рекреации школы, у меня есть архивная комната, виртуальный музей, где кабинет со всей аппаратурой. То есть только вот работать, ну то что ж не работать в таких условиях просто. Самое главное, это все-таки любовь к своему делу и инициатива, я думаю, только так. Спасибо еще раз большое, Елена Викторовна, за наш сегодняшний разговор. Я тоже воспользуюсь возможностью и скажу, что в Батайске я была не один раз. Я сама родом из Краснодарского края, поэтому мы соседи. Прекрасный тоже город. Передаю привет и передаем привет от всего Российского исторического общества коллективу средней общеобразовательной школы номер 4, вашим ученикам, которые действительно делают благое дело, мы это увидим и по фотографиям, и по вашим рассказам, и всей школе, которая поддерживает инициативы ваших ребят, это тоже очень важно. Еще раз большое спасибо, очень рада нашей сегодняшней встрече. И вам спасибо большое. Да, до свидания. До свидания.